количество кубометров. Норма не выполнена, тебе ничего нету. Я работал в органах МВД, куда поставили после технику. Это очень-очень тяжелая статья, человек, который не покоряется. Меня тогда направили, почему? Отец инвалид войны, у матери три братья погибли, а тогда прям смотрели, какое твое политическое звание, или как сказать, доверие, недоверие. Чтобы тебе нормально прожить на этой земле, а нормально это значит интересно. Вот этот отрок, выйди-ка сюда. Скажи, что у тебя интересное есть, чем ты бы заинтересовался? Посмотри на лицо, на все. Он не жил, но он уже отжил. Это просто, как Господь говорит, окрашенные гробы. Я уже сегодня тормошил, смотри, как люди делают. Прибивают, тут пилят. Такие интересные люди приехали. Задом отвернулся, сидит, ковыряет. Это... Сказали там что-то рвать. Уже согнулся, ничего не делает. Травинку одну выбрали, выйдет, повернуть назад куда-нибудь, так вот, кинул и опять сидит замер. Вы еще не видите? У ребенка жизни-то никакой нет и не будет. Что интересует, он не знает. Ты посмотри, какие птицы, какая природа, какие люди. Ничего не надо. Сел, налопался, пошел, все. Туалет и гроб. Больше ничего нет. Тебе интересно это? Нет, не интересно. А что тебе интересно? Купаться, например. Купаться или что? Купаться. Купаться ты же не купаешься много, ты плавать не умеешь. Ты вчера тебя когда стали учить купаться, так ты там извивался весь, как уголь. Садись за стол. Ты не забывай его, он не кудрящий. Ему полпорции надо дать, но просто жалко его. Все. Так, нет. Совершенно не работает.